Хорошо, скажи мне, какая разница между китайским боксом и тем, чем занимается молодежь каждое утро, 8 часов на крышах домов и в парках, проделывая этот бой с тенью? Но понимаешь, это и есть одна из составляющих китайского бокса. Существует очень много школ и направлений. Создается такое впечатление, что каждый тем и занимается, что это делает. Ну, само по себе это хорошо. Я очень рад тому, что, по крайней мере, хоть кто-то следит и поддерживает свою физическую форму. Очень хороший признак. Сам стиль тай-чи-куан состоит из комплекса медленных упражнений. Вот только что я произнес его название на мандаринском диалекте. На кантонском он звучит кайдикун. Данный комплекс упражнений предназначен более для пожилых людей, нежели для молодежи. А можете продемонстрировать, ну хотя бы немножко? Вы делаете руками медленные движения, как бы отталкиваете их от себя. Все движения связаны между собой. Они непрерывные, плавные, тянущиеся. Как бы все в одном. И вы повторяете их раз за разом. Это мне напоминает балет, так оно и есть. Это как в поговорке, на текущую воду замок не повесишь. Все, что необходимо делать, это просто плыть по течению.